Завтра Европарламент будет обсуждать теоретическую возможность введения санкций как против России, а там в пакете уже есть и отключение России от системы SWIFT, и другие санкции по иранскому образцу. Это уже тот пакет жестких санкций, которые США и Запад вводили против Ирана. Это полностью экономическая война. Это уже не санкции, это война. Открытое объявление экономической войны, удушение России. Плюс к этому ДНР и ЛНР попытаются обвинить в том, что это террористическое образование по типу...